Рэк. Это вот чеченские галушки. По-моему. Я сейчас вам здесь. Вкуснятина. Сало наше. Она, да, домашнее. Она так и готовится, мама, этот, с курицей. Это хе. Судак. Судака. Это с уксусом. А вы? Чеснок с бульоном. Сюда макают галушки. Примерно это делается вот так. И а ест. Ты ел же на работе? И ест. А? Ты же ел, я тебя ложила. Нет, вот. Я вам говорю... Вчера вроде спрашивают, что-то я не помню, что там. Тихо. Ответила. Она, кажется, снимает. Не, я когда-то пробовал только то ли с карася, то ли с карпа. И... Всем пока. Смотри, позирует мне на крыше. Раньше я ее туда тащил, цепью заставлял. Теперь залетает. Так на место зайдешь или нет? Место! Вот эти, я не знаю, лет 12 или 15. Какой есть комната на Сара? Место! Ну, две, наверное, точно есть. Вот так небольшой. Вообще! Все. Нормально. Все, можешь выходить, съемка прекращена. Стоп-кадр. Ну, я ж... А что, я местная? Видишь? Ну, дело в том, что я сама люблю снимать. Вот в чем проблема. Дело в том, что я не дам Ксюхе никогда камеру. Добрый. Почему? Я никогда ее не дам. А я заберу. Когда будет лежать на столе. Как на уроках УБЖ? Да. Ну ты ж трясти будешь, а я потом ругаться буду. Так когда что буду ли? Смотреть видео. Ты тоже трясешься в Ютубе. Скажи всем привет. Всем привет. Модная какая застегивает. Да, у домашних. Что за цветочки растут? Катя, наверное, уже отвыкла от того, что дожди, да? Там же там не так. Да там тоже дожди, да? Скажи привет. Привет. Ну ладно, это вообще так. Так трясешь, что лучше, лучше. Знакомая итальянская мебель, да, смотри? Да. Гать! Объясни, что как, а то она трясет и вот так вот. Медленно снимать надо. Может, давай я буду снимать. Да? Надо плавно, медленно, Ксюша. Как она? Куда еще меньше? Вставай, как тут и была. Ставрополь это, да, там же широко. Это октавская еще казахстанская. 4 года лежала в сарае, в сырости. Прикинь, включаю, она еще работает. Потому что она старая. Если бы новая была, вот сейчас взял. Она может перестала, наверное. Ну, сейчас там еще 37 лет. Она мы туда как? Я видел, короче, достаю. Купаешься, что-то еще. Полно влажность. Смотри, огонь, огонь. Здесь плюс 30 вообще не влажно. Да, я же помню, да. Следующая жесть. Вода, и КВН закончился, нет, Светлогорск? Да, там было 17-18 19. 17-я репетиция, 18-я снялка, 19-я. На паузу не что говоришь? В школу далеко ходить. Ну, рассказывай, как ходить. Ну идешь прямо, заворачиваешь прямо, там магазин, потом там будет железная дорога, и опять прямо. Ты не мне рассказывай, тебя же спросили, господи. Я вон тоже пошла. И как в бане, слушай. Тут видишь, у нас растет. И тут мы идем метр до забора где-то, да?
Вот такая вот избушка. Там ничего нет. Мама же говорила, тут диван какой-то был. Диван, кровать. Вот она, видишь? Вот такая у нас без ножек. Она так. Вот, мы уже пройдем. И поносовый рай. Поносовый? Ну, тут какашки сливаются, вон туда. Там, ну, короче, там такая штука. Поносовый рай. Ксюша, ты даже это слово знаешь. Сразу. А? Поносовый рай. Откуда ты? Это что? Это капуста в голове. Классно. Что за хрень? Смотри, вот там рыбу ему дали. И что ему делать? Третий заход. Маслом добавлять? Ты будешь ее грызть? А нюхать будешь? Пососать так под пивко. Жена, Исика жена, может ему рыбку мяско дать? А то смотрите, что я ударил. Что у вас рыбы мало? Нифига себе, краски в рыбу. Нам одну дали, только на свет ее нет. Ксень, вынеси и маме скажи, чтобы рыбку сюда отправила. Держи. Да что? Это мы спалим. Чукчи, между прочим, с рыбы в печке топят. Да. Да и войну с этих астраханцев. Молодец, он говорит. Эти, печки так любят. Нахер прокормили. Ну а сейчас там что в Волгограде творится? Рыба пропадает. В смысле, прям в реке? Да. Замор идет. Почему? А, они там что-то понахимичили. Нет, что там случилось? Она отметалась, да. Назад начинает уходить. Нет, что-то реки же повысыхали или что? Или я что-то путаю? В смысле не высыхали? Ну высыхала, да, Волга, по-моему. Высыхает. Не рыба, это кто? Если это готово, можешь подватые кусочки снимать, чтобы они не сгорали, а или сюда и подпаливать их. Нет, Кирилл. Ты рыбу принесла туда? Да. Молодец. Что, он сбоку подгорает? А что, он без звука сфоткает? Иди ты не лезь, а! А то у меня просто на крайнюю. Ну что, видео сразу звуком, в смысле фотографии? Да. А что, он без звука фотографирует? Без. Все, понял. Понял. И так не падай. Лучше задень, скажи, поднимитесь, Децу, пожалуйста, там всякое такое. Децу? Децу. А то молча идешь, и вас и упадешь. Че, Ксюша? Вон, сейчас мы костром обвоняемся, всегда об этом мечтала. А? Зачем? Сюда, теперь рис пошел. Ага. Домой не пойдешь? А? Часок взять. Это рис он ложит? А рис в воде, да, стоял? Замачивали его? Его промыть да надо. Там что, блядь, до чиста. Я подсниму. Как на суши, короче. Точно так же. Суши, суши или роллы? Ну, роллы, суши. Там рис одинаково готовят. Чайник неси, Иси. Чайник, да, давай. Еще он умеет блины. Блины жарят? Да. Да. Еще дома делаешь. Ну, пекут. А ты зачем? А я красивая, да? Молодец. Сколько? Два, три? Сколько тут? На две головки. А я бак. Так, все, я пауза. Ой, мамочки. Кажется, не пауза. Не надо ничего. Я думала, что нажала паузу. А оказывается, нет. О, ты уже здесь, а? Тень моя. Да. Хоть кто-то за мной ходит. Антон. Бегает за мной. Ну, конечно. Ой, там червячки. Это самое главное. Что самое главное? Услышала, выровнять что-то там надо. Рис выровнять. Блин, я нифига рецепт не запомнил, придется еще раз. На YouTube залезть. Как красиво. Надо это добавишь в друзья и спросишь ссылку на это видео. Да. Все, как тебе? Децл. Смотри. Украшаю дверь. Залазишь там этот.
Салик. Да что ж такое, я нажимаю на паузу, она у меня не срабатывает, я все снимаю только пол. Представляешь? Уже какой раз. Нет, как не срабатывает пауза. Это плохо. Очень плохо. И будешь так 30 лет снимать. Ты знаешь, какое стихотворение? Как это? Что за позор? Вот что бы не приготовили, вот что в школе стихи не учите. Иногда. Что я потом забыл? Да. Кирилл, не надо. Еще одно утверждение, что ты никуда не уедешь. Да, давай. Добей. Прикольно. Не туда, не на столько здесь. Че? Не очень? Вот деловой, видишь, ты все первый пробуешь. Никогда жене не предложит. Ну да, я хочу. Столько жрачки ее. Да, это чье? Это мое. Все, разбираем. Все, давайте, с рюмками я вас сфоткаю, давайте. Не за меня. Ты что, не парень? Не надо. Иди в высморк. Слушай, надо, зачем я чем занимаюсь? Она мне сунула. Вонючка. Так, все, сюда смотрим все, ага. Я вам вторую хочу. Улыбаемся ему. Смотрим сюда. Вот, раз, два. За молодожен, давайте. Оп. А Горько? А где Горько? Нет. Все, молодцы. Ксюш, возьми камеру. Не надо. Ксюш, возьми камеру. Я не хочу. Цветочек выбился, смотри. Смотри, папа выбил, что надо. И сам Антон выбил, молодой жена. Это не понял. А то вынул молодожены, там сидят. Я говорю, это вкусно. Вот это вкусно. Что, домой тоже такой будешь покупать? Угу. А что, у нас таких нету, что там? Я не видел. Представляешь, оказывается... Она просто, вот она, видишь, прогибается. Оказывается, у папы две штуки такие, но он не знает, где они валяются. Услышал? Да, я слышал. Чтобы где-то потерял он их дома. Ну ты же видишь, как все. Ну это всегда, когда ремонт, оно все теряется. У нас вообще так многое не нашлось, когда дом делали. Оба! Ты можешь угомониться, девочка? Джессика. Красивая, но... Страшно, когда она на дождике такая пушистая, у меня так сердце нет, она больше красивая, очень. А когда... А что у тебя с губой, Ксюша? Да, тут. Ага, посередине. А, это я упала и развила себе губу. Блин, хочу потрогать, боюсь. Потрогай собаку. Да. Ксюша тоже боится? Ксюша, она прыгает, поэтому... Мама... Начнется. Ну, сейчас домой пойдем. Сбиваем. Мгновенно тут задуло. Сейчас. И вот он говорит, я говорю, ну нам может быть лет 10 назад. На маму 15, похож. 20, очень. Да нет, может быть. Что, очень? Говорит, очень похож? Да. А я на Катю. Нет, ты на папу похожа. Ты похожа на папу. Что мы еще? Я все равно твои породы. В этом году ездил. В каком смысле? Давайте его туда, для пола. Как это мои породы? Еся. Такая злая. Какая? Такая злая? Да. Какая? Покажи. Не, ну может быть, как, там время. Разве можно подражать такой породе человека? Породе. Наоборот же надо быть лучше. Я хотела снять, как дождь пошел, что-то не идет. Идет, маленький. В твоей куртке есть кафель.
Все на удочку. На удочку? Все на удочку. О, такого красавца на червяка. Это шикарно. Они еще по два, по три вешали. Тяжело поднять. Слушай, тут тогда удочка какую надо, вот такую толстую. Потому что тонкая. Там уже не спим, там уже... Как он самый конец, наверное, потолще пальца. Это самый конец. А здесь вот... Но я же не разрешала, я давала ссылку или что. Это мое. Я даже Антону не показываю. Это мое. Мне не разрешает. Я не смотрю, что. Ну теперь я знаю, думаю, уже никто искать меня не будет. Она же набрала в поисковике Екбеши. Давай искать. Вначале отец вышел, говорит, компот. Все, не хочу, ничего, давайте не будем об этом разговаривать. Ты сама начала тему. Все, забыли эту тему. Да. Вот характер. А ты начала. Пиши, покажи меня. Вот. Зарабатывай. Мы теперь сами туда. Зарегистрируй меня, такая. Я буду вот. Зарабатывай. Ты меня можешь зарегистрировать? А мы тебе что, ялки-галки не можем тебе ставить? Тебе же не помогут. Все, нет. Вот в Одноклассниках голосуйте за фотографии. Мы твои не будешь, а ты меня можешь зарегистрировать? И что ты будешь делать я там? Подгоняет. Деньги зарабатывать, как-то надо на них. Ну, спасибо. А знаете, зачем регистрироваться, ты можешь просто видео смотреть, просто ты комментарий не сможешь оставить. Но за это нет, не... У тебя видик? Да, грузик поймал. Это Калининградский залив, или как его еще называют? Костя, есть ли салфетка? Влажная? Влажная во дворе. Сейчас посмотрю. Нет, по-моему, нету. Вот на этом столике лежали. Отец. Будем купаты жарить. Тут шашлык свинячий. Грибы. А я уронила грибы. А это шашлычники. Юр, мы будем это жарить? Чего? Баклажан. Да будем? А что? Давайте. Их-то можно и дома съесть. Вы же просто... Если бы кто-то нас не пугал бы сейчас, тогда нет. Все. Давайте прыгать через костер. Давай, ты первая. Нет. Продукты уберем, наверное. Это кусты только. Всегда жена после мужа должна прыгать. С парашюта. Что? А что тебе... Давай еще раз. Рыбачат. Блин, как я люблю воду. Кайф. Купаемся мы вон там. Там песочное, а здесь камни. Ну, обычно отдыхаем и зажарим шашлыки здесь. Чё? Сказала, да? Ну, она сказала, это мама. Я говорю, она сама позвала меня. Ну, а вот эта вилка мне вот эта понравилась. Этот набор покупали мы. Еще что-то здесь мы. О, покупали. Запахло чем-то. Грибами. Чувствуете? Дорили где-то еле-еле она дыхала. Помнишь, длинные искали. А, лопатка и это фигнюшка. Там надо переучивать. Переучивается. Мне еще так никто не Ксюша, Катька. Угу. Что-то как-то у меня вот бывает знакомишься, ну, детстве сразу они больше не называли. А ты вот. Тебе уже раз 10 сказал.
Это нам можно сюда кинуть? Чё, купаты и купаты. Вон, Ксюша, это вон твой купат маленький. Где? Ой, точно. И два грибка еще. И то твои грибки еще там лежат. Ой, господи. Катя, вот это вот твой. Зрелище красивое, да? Ой, что-то сейчас... У меня вот... Ой, что-то у меня там пупок. Видишь, Антон, красиво, смотри, да? Да. С огнем. А что с ним сделать? Пойдем. Пойдем. Он идет сам к нам. Что, есть хлеб? Ничего нет? Себе. Он орет, не могу. О. Он кричит так. Он сейчас Горбушка полпука. Видишь, какие наглые? Да вообще. Сам к нам пришел еще и шипит. Только он не видит, что-то слепанья какой-то. Сейчас еще ногами задумает. Да, вот это шея. Зачем в зоопарк идти? Да? Ну. Нету зоопарка. У нас в парке есть они. А тот маленький ходит. У вас никакие не подойдут к вам. Это ручные. Погладь. Туда не ручной. Ну, в смысле, подходит. Вам в парке подойдут. В парке много чего бывает. Откуда звонит? Живая природа дикая. Смотрит на меня. Смотри, как я иду, видишь? Ты меня что, не снимаешь? Сейчас. Блин, а куда я нажал? Что, что пиво? Это я. Я ее начал переворачивать и нажал куда-то. А у нас палки нет. Что ты делаешь, И чё? О, ёлки. Ну, не пугай его. Слюной капаешь. Сейчас тебя вокруг и на мангал. Что-то у него... Вообще пипец. Так. Ну, чё болтаешь? Чё ты болтаешь? Гусь. Это гусь? Ну, лебедь. Лебедь. Гусь и лебедь. Он сказка гусь. Такая была. Да, мне нравилось. Ксюха онлайн. Гладить, да? Ксюш, у Антон потом отвалится палец, без пальца домой поедешь. В общем, мы поймали леща, крутота вообще, жесть. Это балтийская рыбалка. Да? Да. О, да, 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 да. Передняя камера. Кёнигсберг. Да, вот так вот. И за мной все пошли, а? Говничелы. У меня нет до сих пор этой шпалки, снималки. До сих пор? Когда а я могу купить? Она у меня появится. Когда он тот заборы не времен, не времен войны. Может быть. Так.